В ходе проведенных мероприятий на территории Октябрьского и Первомайского кругов, значит, были осуществлены выходы на объекты торговли, в результате которых пресечено 5 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. Значит, ответственность по данным административным правонарушениям предусмотрена в виде штрафов для юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции.